Сейчас я расскажу, как зарабатывать в интернете на трафике без вложений и без какого-либо опыта. Досмотрев это видео до конца, ты поймешь, почему это слово так часто встречается в связке заработка в интернете и как все-таки зарабатывать на интернет-трафике без вложений. Я буду говорить простыми, доступными словами, поэтому профессионалы могут пропустить это видео сразу и перейти к изучению сайта. Это видео для новичков. Так вот, трафик. Это дрова, уголь, топливо, называй как хочешь, для любого интернет-бизнеса и заработка в целом. Если вот говорить простыми словами, то трафик можно сравнить с ярмаркой на рынке. Вот идут люди толпами между торговых рядов. Это трафик. А торговые ряды и лавки, и получается продаван, которые за ними стоят, это некие интернет-бизнесмены, в том числе и мы с вами. Да, вы еще, конечно, не интернет-бизнесмены, я понимаю, но досмотрев это видео до конца, вы обязательно ими станете. Вот сейчас вспомните ситуацию, как вы идете по рынку по своим делам. А там вот продаваны стоят и друг друга во весь голос пытаются переорать. И вот кто кого переорет лучше, кто больше народа к себе зазовет, тот больше и заработает. Логично же, правда? И вот в интернете абсолютно схожая ситуация. Кто лучше управляет потоком людей, тот больше и зарабатывает. Все просто. Вот сейчас на секундочку тоже представьте. Вот есть интернет-магазины, форумы, сайты, там, социальные сети, интернет-блоги вот эти вот и все тому подобное. Без чего они не могут, в принципе, существовать. Точнее, нет, неправильно сформулировал. Они могут существовать, но будут существовать себе в убыток. Правильно, без посетителей, без трафика. Потому что ни один интернет-магазин не продаст там товар или услугу, там интернет-блог, сайты, форумы и так далее, социальные сети не заработают там на микротранзакциях, ну там каких-то продажах, тоже мелких таких типа стикеров, и на продажу рекламе тоже не заработают, потому что посетителей нету, некому продавать. Все, голяк. И поэтому вот трафик является фундаментом любых схем заработка в интернете. И трафик открывает двери любых денег, которые ты только себе пожелаешь, ну, зарабатывать. Пора, наверное, уже представиться. Меня зовут Денис Орлов, я зарабатываю минимум 100 тысяч рублей в месяц за последний год, уделяя этому не более 2 часов в день. Зарабатываю я на привлечении трафика. И это не какой-то недостижимый уровень, как кому-то может поначалу показаться. На самом деле, это весьма скромный доход по сравнению с теми профи-гигантами, которые вот в интернете несколько лет. Они там и по миллиону в месяц спокойно зашибают, и это нормально для них, и далеко не предел. Начинал же я с разных схем и методов заработка. В основном по бесплатному привлечению трафика. Потому что был голодным студентом, а как у нас появилось в стране, у студентов денег вообще нема. И не мог позволить себе такую роскошь, как вложение в какие-то там методы, так сказать. И поэтому вот искал что-то новое, искал что-то хитрое и интересное. Я искренне считаю, что я новатор и искренне верю, что самые вкусные с рынка забирают самые быстрые. Те, кто вот самую пенку сверху забирает, и те, кто вводит самое вот прорывное именно на рынок. А потом, когда вот люди уже узнают об этом прорывном, он же не работает таким образом, как работал изначально. Ну, сколько примеров можно привести на самом деле. И вот одна из таких схем в моем багаже, на самом деле их много, которую я вот открыл последний, самый последний, это масс-пулинг. Масс-пулинг – это автоматизированная система, которая позволяет получать абсолютно бесплатный и халявный трафик, без вложений, как и денег, так и большого количества времени. Потому что сейчас расскажу, как я начал тестировать этот масс-пулинг. Я, получается, начал тестировать, когда его тестировал одновременно с этим несколько еще схем. Я уделил 1 час настройки этому масс-пулингу, ну, там какие-то... Надежды на него не давал, но на следующий день я получил 4,5 тысячи рублей с партнерских продаж именно вот по масс-пулингу. Я, мягко говоря, был в шоке. И вот масс-пулинг, по факту, является клондайком для новичка любого интернет-заработка, потому что он позволяет начать зарабатывать сразу без вложений, получить соизмеримый вот, результат, соизмеримый в настоящих деньгах, а не в каких-то там фантиках бонусах, и перейти уже к серьезным бизнес-инструментом, таким как платная реклама в Инстаграме. Платная реклама, она не просто перед тобой открывает двери там, всех схем и заработка, она расширяет границы, она обеспечивает все желания и нужды на годы вперед, потому что там находятся очень солидные деньги. Я вам предлагаю начать с нуля, вот с масс-пулинга, получить первый доход, первый капитал, и потом вот уже заходить на более взрослый рынок трафика, то есть на платную рекламу. И вот по уже проложенному маршруту от А до Я, вот пройти по нему и уже прийти к автоматизированному заработку. И эти инструменты, вот которые я сейчас предлагаю, доступны и вам. И да, друзья, я прекрасно понимаю ваши страхи и сомнения.
Я когда сам, вот год назад, полтора года назад, начал изучать эту нишу, я сам боялся. Я сам не верил в себя. Но я не опустил руки и поверил в то, что я делаю. И вот сейчас это вылилось именно в то самое. Я предлагаю, друзья, лестницу, путь. Вот, от малого до великого, по которому сможет пройти каждый. Будь у него на то желание. А в остальном я помогу. Потому что вы вот начинаете с того же маспулинга, без вложений, без какого-либо опыта, вот абсолютно. Вы получаете первый капитал, потом идете вот по лестнице снова вверх, вот по этому пути к платной рекламе, и потом вот уже работаете на платной рекламе и получаете автоматизированный доход. Это автоматизированный просто способ заработка. Это вот новый путь, по которому ступала нога лишь единиц. Вот что я предлагаю. Путь, по которому сможет, я повторюсь, пройти каждый, будь у него на то желание. Я предлагаю новые и уникальнейшие схемы. Вот прямо сейчас можете зайти, чтобы я вот не был пустословом перед вами. Вы можете прямо сейчас зайти в поисковик браузера, там Google или Яндекса, и ввести там слово маспулинг. И знаете что? Я вас уверяю, вы ничего там не найдете, потому что это абсолютно новая схема. Присоединяйтесь, друзья. Я вас жду и не прощаюсь. До встречи в моей команде по заработку в интернете на интернет-трафике от А до Я без вложений. Всем пока!